23 июня в 15:00 храм во имя святых царственных страстотерпцев приглашает горожан посетить 7-й Саровский фестиваль колокольных звонов и православных песнопений с участием выпускников и преподавателей Московской школы звонарей, Нижегородская школа колокольного искусства, творческого объединения «Мир», вокальных и хоровых коллективов города Сарова. Городской музей приглашает всех желающих на программу «Лето в музее». Гостей ждут экскурсии, творческие мастерские, познавательные занятия, квесты по предварительной записи. В выходные парк культуры и отдыха имени Зернова приглашает горожан покататься на аттракционах. 22 июня в 19:00 там пройдет музыкальная суббота. Концертная программа «Чтим и помним» с выступлением участников художественной самодеятельности гарнизонного клуба Саровского соединения Национальной гвардии. Детский парк на улице Сосина приглашает горожан посетить выставку «Под открытым небом. К году семьи. Семейная история». Проект организован программой «Территория культуры Росатома». Выставка собрана из произведений на тему семьи и детства выдающихся отечественных художников рубежа 20 и 21 веков. Центр внешкольной работы приглашает горожан посетить мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби. Молодежная патриотическая акция. Мероприятие пройдет 22 июня в 4 часа утра возле Вечного огня. Там же пройдет митинг «Свеча памяти». 22 и 23 июня на стадионе ИКАР пройдет фитнес-утро. Начало в 10:00. 22 июня в молодежном центре пройдет цикл спортивных мастер-классов «Спорт-альтернатива вредным привычкам». Начало в 16:00. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать своим друзьям и знакомым, как здорово вы отдохнули в выходные.